Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Soul Knight. Так, и сегодня мы поиграем с тобой за разбойника. А почему бы и нет? Кувыркается вперед и уклоняется от пуль врагов. Так, повышение шанса крит удара при первом выстреле после непонятно чего. Так, а здесь у нас используйте бесплатный купон. Бросается к врагам, атакуя противника на своем пути. Слушай, неплохо было бы. Ладно, а что у них тут, скины, да? Это все скины, друзья мои. Так что берем стандартного разбойника. Вперед. Так, что у него там за оружие? Кто мне скажет? А? Два меча? Воу. Так, по очереди он их бросает. Так, ну что ж, давай, наверное... Погоди секунду, у нас здесь курьер. Дай мне, пожалуйста, мои гроши. Так, а что у нас на почте? Что на почте? Посох огня? Йо! Ничего себе. Так, давай-ка глянем. Код удачи. Угу. Тебя ждут новые ценные товары. Посиди магазин. Давай посетим, глянем, что у меня там. Три рыбки всего лишь, я ничего не смогу себе купить. Как бы я там ни старался, как бы я там ни пыхтел. Так, что у нас тут? Ага, виола, я могу ее полить. Ё, зачем? Я хотел же просто палить. Ё-моё. А я взял и сорвал, друзья мои. Ё-моё. Тысячелетний бамбук. Ну давай поставим с тобой желтый жасмин. Это же надо было так тупо взять и сорвать цветок. Вместо того, чтобы его палить. Зашибись. Ладно, берем с тобой посох огня. Я не знаю, разбойнику посох огня. Это, конечно, ничего себе. И это все? Ну, может быть, это нам поможет с тобой. Так, смотреть телевизор. Купон оружия. Так, купон приспособления для оружия. Может быть, а, пилюля. Не знаю, не нужна мне пилюля. Ну, я не знаю, что мы с этим посохом будем делать. Он энергии много жрет? Прилично. Прилично, если честно. Ладно, друзья мои, давайте в конце концов отправимся с вами в подземелье и будем проходить. Ну, пытаться, по крайней мере. Ух. Так. На. Так, уворачиваемся, уворачиваемся, ребят. Кстати, мне надо было вторую способность прокачать. Я совсем этого забыл сделать. Угу. Ладно, так, здесь у нас энергия. Забрали. То есть, я как понял, друзья мои, вы написали, чтобы пройти челлендж, да, нужно пройти всю игру. Только в этом случае у тебя будет успех. Опа. Рельсотрон. А ну-ка. Такой медленный, ё-моё. Ну давай посмотрим, может быть он медленный да крутой. Да нет. Так себе оружие, если честно. Так, давай-ка. Вау. Ничего себе. Какой я крутыш. Так, ну что, давай тогда сходим с тобой сюда. Тихо, 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 отвали от меня. На. А, мы можем еще пробивать врагов. Ну да, от пульта, понятное дело, тоже можем уклоняться с помощью, да, вот этого вот движения. Но не так уж быстро оно откатывается. Вот что я хочу сказать. И посох этот очень много съедает энергии. Выберите бонус. Так, получение энергии при убийстве врага. Кстати, вот это вот надо. Энергию надо нам. Что у нас тут? Торговый автомат. А у нас 14 монет. Сколько он требует? 10. Хорошо. Восполнили с тобой энергию всю. Побежали. Давай бомбить. Так, тенгу. Тихо ты. Что ты творишь, а? Ирод. Бомбит со своими ракетами по мне. Да хорош ты, отвали. Ну, ты посмотри, что сделал, а. Немножко здоровья у меня, ребята, отнял. Да. От этих ракет надо уклоняться, друзья мои. Для чего мне дан этот суперудар? Точнее, суперкувырок или суперуворот. Как его назвать, не знаю даже. Так, ну давай смотреть, что здесь. Опять ты. Оу, сколько вас тут много. Так, а я еще и вот этот, ребята, прыжок делаю в сторону врага. То есть захочешь убежать от него, а не тут-то было, да? Ты наоборот к нему полетишь. Здоровски. Ну-ка, да, и убиваем сразу же. Слушай, на боссах это мне не аукнется ли случайно, а? В обратную сторону. Захочет от него убежать, бац, а он к боссу полетел. Вот будет замечательно-то, а?
Посох приливов. Что интересно это за посох? Ну-ка. Волнами, да? Ладно, хорошо, мы его, наверное, оставим. Мне дадут какое-нибудь нормальное, серьезное оружие? Так, фонтан. Так, монетки потратим. И ничегошеньки не дали, здорово. Просто, ребята, замечательно. Ничегошеньки я не получил. Ладно, идем с тобой в следующий портал. И тут у нас увеличение запаса здоровья. Так, без монет я пришел сюда. Ё-моё. Так, давай-ка я лучше возьму посох огня. Чё-то мне как-то не очень, ребята, нравится. Так, ракеты тут везде по мне бомбят. Но спит там стоит, а? Ханыга. Так, с этими разобрались. Ну, что ты там улыбишься-то? Улыбается. Пойдем возьмем с тобой сундук. Посмотрим, что там. Ну, наверное, как всегда. Энергия, да? Сломанный бластер. Дай-ка гляну. Ну, оставим его. Как говорится, тут особой выгоды нету. Оружие белое, что то, что это. Так что... О. Статуя чародея. Не хватает монет. Нормально. Ну, не хватает, значит, пойдем с тобой тогда дальше. Не знаю, зачем мне этот... Ой, ё-моё, бластер-то забыл поменять. Так, стоим и копим с тобой броню. Брони у меня, конечно, очень мало. А как мы его... Так, подожди. Есть. Уходим, 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 уходим. Бомбанул. Тут на меня и ракеты, что только не отправляют. Слушай, ну давай скажем честно, мы не уклоняемся от пуль, мы просто их пролетаем. Так будет честнее сказано, да? И в то же время мы можем на них напороться, если они будут впереди нас лететь. То есть мы уклоняемся и сразу же напарываемся. Не айс. Так, а это что у нас с тобой такое? Ну-ка, сократить время восстановления навыка. Вот. Вот это замечательно. Чтобы мы с тобой тут эти, как... летали. 3 секунды, да, где-то откат идет. Ладно, надеюсь, нам это с тобой как-то поможет. Бомбим. Я иногда так быстро улетаю, что даже фиг поймешь, где я нахожусь. Тихо, 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 уйдите от меня. Что ты тут лыбишься, стоишь? Готов. Так, погнали. Да, пролетаю я, конечно, очень офигенно. Круто причем. А чего так урона-то мало получает? Фу. Тихо-тихо-тихо, родные мои, успокойтесь. Да, если бы я мог бы еще улетать в любую сторону, куда захочу, а не туда, где враг стоит. Цены бы не было бы, да, этому всему. Так, ну что, мы эту комнату с тобой прошли. Давай сходим вот в эту, посмотрим, что у нас тут лежит. Печь для переплавки. Так, давай переплавим с тобой. И что же нам выдадут? Ух ты! Радугомет. Ну, я, наверное, оставлю его. Так, погнали сюда. Радугомет. Давай, 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 давай. Бомбить. Куда ты? Чтоб его, а? Хорошо, что только броню потратил, а не здоровье, да? Вантус. Что за вантус? Что? Оу. Так, я, наверное, вантус возьму, друзья мои. Радугомет, вантус. Что, интересно, лучше, а? Этот бомбит так, а этот вот так вот. Не понял, я что там... Тележку, что ли, подорвал? Или мне показалось? Ну-ка. Наверное, показалось. Так, ладно, давай сходим с тобой вниз. Там у нас враги. С ними нужно разобраться. Ух ты. Ну-ка. Да насколько хороша эта штука, я не могу понять. Это вантус. Но энергии, конечно, она тратит очень много. Че, меня заморозили, что ли? Эй! Ханорики! Ну-ка, отвалите от меня. Слушай, мне кажется, радугомет, по-моему, будет получше, да? Или я опять ошибаюсь?
Непонятно. Что? Вам все мало, да? Вам все мало. Нате, получите, распишитесь. Ладно, двигаемся с тобой в следующий портал, и скоро уже будет босс. Блин, вот мне бы броню как-то увеличить. А вот как? О, я выбрал ХП. Но без брони у меня ХП очень быстро теряется. Очень быстро. Так, эта территория у нас, ребята, 1.5. Значит, ожидаем босса. Ну-ка. Офигеть, вот он с тобой. Интересно, что делает ассасин. Но это мы с тобой увидим уже в следующей, ребят, серии. Да хватит. Почему? Странно, он не хотел делать, ребята, уклонение. Хотя он был в откате. Что происходит, а? Что за приколы такие? Ну, разогнались, ага. Разогнались ко мне сюда. Тихо. Не подставляемся, это я разбить не могу. Так, давай тогда сюда зайдем. И здесь уже будем с ними разговаривать совсем по-другому. Кто меня все время замораживает, а? Тихо! Ёпрсоты, ну как так-то, а? Каких-то два вшивеньких снаряда по мне попало, и все. И 5 единиц ХП всего лишь остается. Зашибись. Да отвали ты. Да, нам нужно с тобой где-то восстановить здоровье. А иначе мы с тобой даже первого босса не сможем пройти. Не могу понять, как это все-таки здесь работает, а? Иногда снаряды по мне попадают, а иногда нет. Очень интересно. Так, подожди-ка, у нас наверху сундук. Давай-ка мы, наверное, с него и начнем. Откроем, посмотрим, что там выпадет нам. Ну-ка. Алебарда. Ну-ка, дай-ка я возьму алебарду, гляну хотя бы. Ага, вот так она действует. Слушай, ну у нас с тобой нету способности уничтожать пули, да? Ближним оружием. Поэтому как бы алебарда нам тут вообще не пригодится. Твою налево, у меня 5 хп, нет брони. Да чтоб тебя. Ух, ну все, доигрались. По ходу дела, 1 единичка здоровья. Здорово, мы с тобой начали. Зелье, что там за зелье? Зелье здоровья. 3 хп, тут уже босс, как ты видишь, да? У нас внизу. Так, хочешь потратиться? Хочу. Езжай осторожно. В плане, езжай. Тихо, нет, нет, дай. Хм. Так, ладно. Встряска механической рукой. Смотри, у нас есть, да, с тобой. И есть вот такой удар механической рукой. Я даже не знаю, что лучше. Просто не знаю, я знаю, что мне нужно здоровье. Что я вот с этими руками буду делать, а? Как мне с боссом биться? Ты подумай, кто тем более здесь босс? Ума не приложу, посмотрим. Кристаллический краб-гигант. Оу, а что, все что ли? Мой костюмчик на этом закончился? Замечательно просто. Где он? Я его не вижу. Вот он бегает. Может быть, вантусом лучше пострелять. Ух, лучи какие. Оу. Да хорош. Да что ты распылялся-то так жестко? Краб. У меня всего лишь 3 единички здоровья. Я уклоняюсь как могу, ребят. Так. Получится, интересно, забомбить его или нет? Есть контакт. Мы его подбили с тобой. И что же нам достанется в сундуке? Катана кристаллического краба. Катана кристаллического краба. Ну, например, возьму. Так, она, по-моему, насколько я помню, может замораживать, да? Слушай, мне кажется, что лучше вантусом я возьму все-таки. И вот так вот, поехали. Ну, здесь нам тупо повезло. Так, что у нас здесь с тобой? Броня плюс 1, так, эффекты статуи. Ну, давай, наверное, эффекты. Ой, эффекты, броню плюс 1. Так, ведьма. Да, восполнила мне энергию всю. Мне бы хпшки восполнить.
Давай посмотрим, как этот меч. Не то чтобы хорошо, да? Я бы даже сказал, не очень вообще хорошо. Поехали. Так, это у нас с тобой вторая стадия. Здесь, естественно, все будет намного-намного сильнее и серьезнее. Плюс всякие взрывающиеся слизни. Воу-воу-воу-воу, рыцарь, я думал, ты сдох уже. Так, сейчас мы этого с тобой забомбим. И есть контакт. Я из-за этих взрывов просто не вижу, что у нас происходит. Если честно. Они очень бомбят серьезно, сильно, да? И как бы не видно. Так, что у нас тут? Это монета, верно? 64 монетки мы с тобой получили. Тихо. Вот так вот лучше пролетать. Блин, хоть катану бери, а? Посмотрим. Воу-воу-воу. Тихо. Блин, броню всю сняли с меня. Вот, ребята, тебе и катана. Кто-то говорил, о, катана, зашибись. Катана великолепна. Где? В каком месте она великолепна? Я не знаю, ребят, в каком месте она великолепна. Но меня из-за нее только что уничтожили. Так, давай, ладно, бомбить. Есть. Так, двухствольная винтовка. Даже не знаю, что и сказать тебе. Она у нас обычненькая. Так. Тихо, 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 роднульки. Да что вы творите-то? Ироды. Господи. Меня окружают. А, я могу уничтожать пули врага. Органический материал. Спасибо. Здесь морковь. Нет, спасибо. Этого мне не нужно. Что у нас тут? Так, сеть. Улучшенные звездочки ниндзя и зелье восстановления. То есть, по идее, мне здесь ничего не нужно. Ничегошеньки. Ладно. Пойдем тогда с тобой в портал. Чё-то я как-то сомневаюсь, что я смогу здесь босса бомбануть какого-нибудь. Тратить? Давай потратим. Что там? Ледник. Что за ледник? Пси. Тоже мне ледник. Я не знаю, ребят, мне не хочется брать эту катану. Пойду я без нее, наверное. Возьму ледник. Он должен, по идее, замораживать врагов. По идее. Все логически подумать. Эй. Ну хватит, хватит, хватит. Все уже побубнили и будет. Так, дальше у нас с тобой два восклицательных знака. Здесь и в правую сторону. Оу, спасибо. Да, я хочу, хочу. Да что ж ты будешь делать-то? Да. Кабан, поехали. Будем с тобой развлекаться. Так, что у нас тут? Подожди, какая битва? Не знаю, ребята, битва. Так, слизень будет после уничтожения выпускать, да? Да что такое-то? Эй-эй-эй, тихо. Фига себе испытания мне тут устроили. Ну, еще и рыцарь, блин, и опять маг, да? И опять маг. Сейчас кабана лишимся. Сейчас я потеряю кабанчика своего. Здоровский, что тут за сундук? Что там? Странный цветок. А здесь ракеты черной дыры. А ну-ка. Интересно, такое оружие я раньше не получал. Тихо, чуть на шипы не напоролся. Что оно делает-то? Ну, проверим сейчас. В плане. Чё-то я немножко не понимаю, это нужно держать? Оно их как бы засасывает. А чё урон-то такой маленький? Почему такой маленький урончик, эй? Друзья мои, да иди ты. Блин, броню уже сняли. Даже здоровье немножко. Слушай, ну я считаю, что это не очень хорошее оружие. Вот честно тебе скажу. Черная дыра это. Урон вообще минимальный наносит. Так, пойдем с тобой сундук откроем. Сундучок.
Так, что нам здесь? Базука. Мне кажется, даже от базуки будет, наверное, больше эффекта. Хотя я могу ошибаться, друзья мои. Я как бы в оружии не профи. Я беру только то, что мне удобнее. Удобнее в обращении и удобнее бомбить, чем врагов. Улучшенный лук. Ну-ка. Ого. А что так много это? Энергии тратит ваш супер-пупер лук. Может быть, он того стоит? Я всю энергию спалил. Эй, серьезно, дайте вернуться. Зашибись. Здоровски просто. Надо было оставлять все-таки катану мне, да? Дурачок. Теперь остался практически без оружия. Ну, энергия есть маленько, конечно, но... это все не то. Так, дай-ка я вниз схожу. Тут у нас сундук лежит. А ты бегай теперь с этим вантусом. Штурмовая винтовка РИП. Да вы серьезно, блин, что вы даете мне, а? Ну-ну-ну-ну-ну, хорош, 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 хорош. Зашибись, у меня здоровье, да, осталось? Повоевали, называется. Я из этих взрывов не вижу, что где летит. Вот в чем беда. То есть они как бы закрывают обзор мне. Так, мы можем с тобой, в принципе, еще наверх подняться. Но там, наверное, битва будет, так что... давай, наверное, обойдемся. Так, секундочку. Увеличивать дальность. Так, требующие зарядки. Может отразить пули. Вот где мне пригодилась бы катана. Вот где. Оружие ближнего боя. А у меня что? У меня нету ближнего боя. Твою же налево. Ладно, будем надеяться, что что-нибудь с тобой можем приобрести, купить. Что, тут магазина нету, что ли? Нету. Твою же налево. Зашибись. Тут и тепловые на меня летят. И что только... что только нету здесь. Да успокойся ты. Фух. Справился, слава богу. Так, значит, можем с тобой наверх пойти. Я пойду вниз, схожу, прогуляюсь. Посмотрю, что там у нас лежит. Может быть, что-нибудь полезное. Ага. Наемники, окей. Это у нас маленький рыцарь. Это у нас маленький рыцарь. Так, а здесь битва. Да хорош. Да ядрёна батона. Ну что ж ты тут делаешь? Так, это сейчас взорвется у нас. Иди ты. Так. Ну. Так, хорош, хорош, хорош. Готово. Блин, мне бы как-то здоровье восстановить. Прыгун, что за прыгун еще, а? Дай-ка глянем. Ага, я вспомнил этого прыгуна. Так, давай, наверное, зелье восстановления купим. Ну вот и потратились мы с тобой. Ледокол, а тут морозный лук. Я думаю, это нам не пригодится сейчас. Воу-воу-воу-воу, вот он этот... чепушило-то, а? Так, с ним нужно разобраться как можно быстрее. Да чтоб тебе! А он тут еще и не один. Ну бомби ты его. Так, жиробаса этого давай тоже накажем. Где он там? Он там сострял где-то. А у меня энергии не осталось, да? Круто! Прыгун, выручай! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Со всех сторон тут бомбят, атакуют по мне. Да кто ж там лупит-то так, а? Не пойму, кто бомбит. А, пушка это! Рыцарь, помогай! Никто мне не хочет помогать, а? Ладно. Было бы прикольно, если бы у меня была бы какая-нибудь винтовка, которая может уничтожать пули вражеские. Вот это было бы прикольно, на самом деле. А то, что я сейчас остался без всего, без энергии. Рыцарь, ты что там завис-то? Так, придется нам суперударом бомбить. Есть. Так, 27 энергии всего лишь. 27. Ну и вот куда я вот я пойду, скажи мне. Тихо ты.
Так, подожди, а мы здесь были внизу, да? Были, конечно. Да, это мне приходится идти в телепорт. Рыцарь я потерял своего маленького, да? На коне. Ну что же, давай пошли дальше. 2-5. То есть здесь нас поджидает босс, верно? Воу-воу-воу-воу! Подожди, я не хотел переключать. Блин, этого еще тут не хватало, ханыги. Ну давай, прыгун. Твою же налево, а. Есть. Да что ты... Что происходит? Бомбим. Воу-воу-воу-воу, тихо. Блин, ты ведьма, она какая-то неубиваемая. Взял, да? Откатку. Я что-то не вижу, чтобы у меня есть контакт. Воу, вот так можно делать было? Дугомет, дугомет. По-моему, у меня уже был дугомет. Ну да. Дугомет был. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Опа. Есть грибы. Есть, для тебя грибы всегда найдутся. Пошли со мной, будешь мне помогать, выручать. Так, тихо. Что я делаю? Что творю? Какой дугомет. Варвар, выручай меня. Вот, как мы можем с собой рубашить, видел? И готово. То есть в таком случае я получаюсь неуязвимым, верно же? По-моему, да. Слушай, ну это имба тогда выходит. Сундук. Посох грома. Ох, ё-моё. Слушай, ну я думаю, что вот это классно. Посох грома. Рыцарь опять, да? Смотри, что творится. Ну-ка. Эти снаряды еще и рикошетят от стен, я смотрю, да? Кто-то батарейку выбил. Забираем. Две даже батарейки. Отлично. Блин, друзья мои, нас ожидает босс. А у меня с тобой всего лишь 4 хп. Да? 4 хп и 5 брони. И кто? Что-то за рыцарь у нас какой-то здесь. Великий рыцарь. Твою же налево. Что он делает? Воу-воу-воу-воу. Да господи, он уже накрыл. Йо-хоу, что он там запел? Запел какие-то песни. Где? Я сам себе, ребята, я сам себя не увидел, прикинь. Я, оказывается, был где-то наверху, в этой толпучке, когда на тебя летит все подряд. Вот 2-5, и хоть ты тресни, я дальше не могу продвинуться, друзья мои. Не могу. Слушай, ну разбойник, да, ничего так. Если бы, конечно, он так не мельтешил бы, сломя голову, возможно, мы бы с тобой прошли бы этого босса 2-5, но неудачно. Так, подожди. Хотел к этому зайти, а кто он такой-то у нас? Что? А, он же по челленджам, да? Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этом закончим с вами. У нас еще есть ассасин, которого стоит проверить. А там уже определимся. Но я так думаю, что мы будем с тобой пытаться проходить все-таки за священника. Но ассасина все равно надо будет глянуть. Так что на этом все, ребята. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.